Привет всем любителям физики и физического эксперимента! С вами Андрей Щетников и сегодня мы займемся одним весьма своеобразным явлением, которое вы наверняка наблюдали в своей жизни. А явление воспроизводится так. Надо взять достаточно большую металлическую или пластиковую пластину и вот так, зажать ее чуть-чуть в своих руках и начать выворачивать с одной стороны на другую. И при этом раздается весьма своеобразный звук. И это явление было предложено в этом году исследовать на международном турнире юных физиков. Молодые люди сейчас им занимаются, мы уже провели семинар, на котором его обсуждали. А мы в своем ролике хотим обсудить лишь одну сторону этого явления. Понятно, что звук создается колебаниями пластины. Но еще есть вопрос, а каким образом возбуждаются такие своеобразные колебания при этом перегибании? Вот этим вопросом мы сейчас и займемся. И первое соображение состоит в том, что звук получается таким резким за счет того, что пластина перепрыгивает из одного состояния в другое. Она у меня поджата руками с торцов, при этом выгнута и... Когда я начинаю выгибать на другую сторону, перескок происходит достаточно резко. И чтобы продемонстрировать это явление отдельно, мы построили специальную демонстрационную установку. Основу этой установки составляют две трубки в которых сделаны продольные щели, а в этих щелях зажаты концы прямоугольного пластикового листа. И направления щелей показаны двумя стрелками. Теперь посмотрим, как эта установка работает. Я начинаю вращать обе ручки, и лист в какой-то момент перелетает на другую сторону. Теперь мы идем снизу вверх, и вот он снова перелет, который механики называют хлопком. А теперь посмотрим на все это Помедленнее я вращаю, и концы уже стали горизонтальными, а лист все еще находится наверху. Концы наклонены вниз. И вот произошел перещелк на другую сторону. Теперь идем снизу, и опять же, вот щели уже стали горизонтальными, теперь концы листа смотрят вверх, а середина все еще находится внизу. И в какой-то момент лист перещелкивается наверх. И явление, которое мы сейчас наблюдали, естественно, изобразить на следующей диаграмме. По горизонтали здесь откладывается угол поворота щелей. Середина это нейтральное положение, когда щели горизонтальны. А по вертикали положение средней точки пластины над или под линией соединяющей трубки. Ну и вот... Пошел процесс. Мы вращаем трубки, проходим нейтральное положение, а пластина все еще находится наверху, проходим дальше, а потом происходит резкий переброс в нижнее положение. Если мы пойдем обратно, мы вернемся не по этой же линии, но опять же пройдем нейтральное положение, а потом перепрыгнем вверх. И в таком графике мы опознаем явление гистерезиса, более знакомое нам по процессам перемагничивания ферромагнитных материалов. А сам вот этот перещелк из одного положения в другое является хорошей, простой иллюстрацией для теории катастроф, о которой мы отдельно и более подробно поговорим в следующем ролике. И еще, вот здесь у меня имеется пластинка потоньше. Я могу извлекать у нее звук тем способом, как я это уже делал с толстой пластинкой. Но есть и другой способ. Я беру пластинку за один конец и вот так просто качаю ее в руках. И мы опять слышим этот же звук, да может быть даже еще более громкий. А в чем же тут дело? А дело в том, что пластинка легко деформирована, причем деформирована помятым образом и в том, и в другом направлениях. В механике такую деформацию называют удивительным словом погиб. Я вчера это слово только узнал. И вот из-за этой погиби, когда я качаю пластинку, выпуклости должны оказываться то с одной стороны, то с другой. И вот эти перещелкивания и создают тот звук, который мы сейчас слышим. И этот звук юным физикам тоже предстоит исследовать. Но как это сделать эффективно? И я вспомнил один способ, который мы когда-то давно применяли. Мы сейчас этот звук замедлим восемь раз, прокрутим, послушаем и одновременно посмотрим на его спектрограмму. И мы слышим, как за резким ударом следует еще один звук, который повышается от самых низких тонов до высоких. И это повышение тона хорошо видно на спектрограмме. Почему же происходит такое повышение звука? Любознательные зрители уже сейчас могут написать свои предположения под этим роликом, а мы об этом поговорим в будущем, когда я научусь играть на пиле. А сейчас спасибо вам за внимание.